Владимир Волков провел совещание по работе Саранской духовной семинарии. В обсуждении участвовали митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, председатель правительства Владимир Сушков, мэр Саранской Петр Тултаев, руководители строительных и проектных организаций. На совещании подробно рассмотрены несколько вариантов технологических и архитектурных решений, необходимых для того, чтобы здание семинария отвечало необходимым требованиям. Напомним, что городская администрация передала под учебный корпус бывшую школу номер 15. Владимир Волков поручил в сжатые сроки доработать предлагаемые проекта с учетом состоявшегося диалога.